не знаю, скажите, Пиктон затащил вас сюда силой. Спасибо, мистер Ройли. Я не знаю, как я выдержу эту встречу с Ройли просто. Вы можете ей речь в парламенте? Нет, я не могу знать в парламенте. Ну, Джейн, ну надо же могут. А я нет. Джордж, я пойду вызову лифт и буду его держать, а вы укройте брата предом и за мной. Вы циник, мистер Уилли. Знаете, когда женитесь, всегда можете на меня рассчитывать. Ну и после того, как я встречусь с Руми, о женитьбе можно будет не думать.